Все, ребят, всем привет, всем чистый пацанский, уешный, дикий привет. Вот, сегодня вот я хотел, так сказать, ну, хотел, понимаете, задонатить в Clash Royale новый сезон, четвертый, после Хэллоуина, новые сундуки. Ну и подумал, что денег-то нет, сами понимаете, вот. Еле-еле на ручки хватает, чтоб в школе учиться. Живем в России, бедный городок, Шумиловский. И решил, так сказать, развести друга пранком. Я попрошу его номер карточки. Не просто. Он... Сейчас ночь, 4 часа утра, как вы видите, вот. И это значит, что ну, он, скорее всего, не будет ничего понимать и просто даст мне карточки от денег. Майнкрафт играю. Сделаю звук потише в Майнкрафте, а то... Все. Больно громко, черт. Все. Вот звоним. Алло, блядь. Сори, что поздно звоню. Ты можешь дать денег? Не нахуй, сука. Дай, пожалуйста. Ой, ну, блин, он у меня просто друг, знаете, конченый идиот. Сейчас перезвоним ему. Сейчас. Стой, все нормально, я просто хотел попросить, ну, день, карточку, дай номер карточки, мне надо задонатить. Какой, блядь, карточки, в Майнкрафте, блядь? Я тебе хочу, в общем, купить профессиональный набор Fortnite, ты же у нас Fortnite, я тебе куплю там, короче, чистый скин там. Я Fortnite удалил. В смысле удалил? Дай деньги, я тебе куплю, короче, этот, лицензию на Майнкрафт, куплю. У тебя же, типа, ты же на пиратке играешь, бомжара позорная. Чё, блядь, охуел? Я на секретном сайте, знаешь, сайта, типа, ты там купишь за 400 рублей, я за 7 рублей тебе лицензию куплю, дай срочно номер карточки, дай номер карточки. Блядь, иди нахуй, ты не дам так просто карточку, иди в жопу. Чёрт, сейчас, я придумал, чекайте мой идеальный план, идеальный план. Давай так, ты мне даешь номер карточки, потом я тебе, то есть, чтобы у нас был равноценный обмен. Нет, Смол, мы с тобой же... Мне батя так же говорил, потом ты мне рассказывал, как я так наебал. Мы в одной стране живем. В одной стране живем, чего? Батя тоже раньше был, жил с тобой в одной стране. Ну он в Чили. Теперь он живет, это Мальдивах. Ну что поделать, ну сейчас-то все, сейчас никакого обмана, чистый трейд. Чистый трейд на чистый трейд. Нахуй, тебе пиздец, если ты меня наебешь. Короче, ты понял меня, да? Да, ты боксер, я тебя. Мне тебя вообще бояться надо, ты же вообще шпала, 2 метра. Учимся. 2 метра, блядь. В 5 классе учимся, а ты. Так. Хуй угораешь, ты че? Сейчас я напишу тебе. Тут даже почти блатной. Да-да-да. Почти везде цифры повторяются. Так, вот. Вот мой номер. Да, пока. Ребята, все, идеальный план. Идеальный план. Все, сейчас включаем оперу. Так. Сейчас будем донатить кое-что я. Ну, я... Чё, звонит? Один на один майни пошёл, петух. В смысле майни? Ты чё, не понял меня? Я подожди, да у меня там вещи ценные. Пошли один на один майни. Не насрать, у тебя вещи, не вещи, пошли. Стой, то есть ты серьезно сейчас? Серьезно, да? На серьезно сейчас заявляешь, что ты вообще майни. Я тебя сейчас уебу. В смысле майни? Да какой майни? Майни? Кстати, нахуй. Все, зашло быстро на арену. Окей, все, go mine. Все, go mine. Я позвоню, когда зайду. А, ну вот, все, зашел в майн. Все, ну что там, раз, там долго еще нет? Подожди, еще меня убивают, меня сейчас убьют. Скелет. Ты меня насрать, я тебя сейчас сам убью, конечно, тебя все убью. Все, иди на арену, понял? На арену. Я на арене уже, мразь, блядь. Уже на арене? Нифига. Да, иди. Борзый какой. Сейчас, ну все.
Понял, на руках. Вижу Ник... жопу. Никак... Все, давай. Все, никаких гейских щитов, вот этого ничего вот нам не надо, да? Понял, да? Так, если никаких гейских, то почему ты, блядь, будешь воевать? Чего? Дора, не нужны. Стой, ты где вообще? Ты где? Я на арене, все, блин, говноед. Я на арене? Я тебя жду, говноед. Чисто будем голышом драться, да? Да. Я чисто специально даже сейчас... Ты жопу просто понимаешь, я тебя размотаю просто на изи. Да, я даже твою голову одену, чтобы унизить тебя. Давай, попробуй, бомжара. Все, давай, чисто руки, никаких уловок, никаких вот этих приемов подлых, понял? Я тебя не понимаю, хуй изо рта вытащи, потом говори. Ты чё, гнида, на, держи мясо, параша, я его обоссал. Ты чё, блядь? Ну все, давай, кто? Кто кого? Что, всё, началось, да? Да, началось, да, да, всё. Конечно, молодец. Ничего, чё ты мне сделаешь, чё? Опа. Видал? Лоу-дроп правой. Твоей же мочу, я тебя сейчас отпинаю просто. Лоу-лоу-лоу. Как лоха. Лоу-хик тебе вот. Лоу-дроп. Ну чё ты, чё ты вот, чё? Подрубил, чё ты, да? Чё ты? Подрубил. Чё ты? Ну все, подрубил, да? Я сейчас заплачу еще, давай, все, подрубил, без читов-то слабо без читов-то, да? Слабо бить вообще, слабо? Да ты какого хрена, ты вообще урон не принимаешь, на из читы. Там урон, потому что ты, блядь, не можешь даже попасть, понял, косая рука, ты говноед. Найс, просто найс. Найс, щиты, блядь. Сейчас ты унизишь, сюда иди, куда там за спину спрятался, говноед. Че еще и хил использовал, пидорас? В смысле, какой хил, да, что ли? Давай, все. Так что ты там застал, там не спрятался за своими блочками? Я видел, ты там начал там мочу. Чуть назад меня, петушара. Ну все, давай. Чего, где ты, все? Чего? Все, потерял былую мощь, потерял, ну все. Все, чисто былая мощь утеряна. Все, 3-0. Все, давай, убирай своих говноедов, которые там мешают. Все, давай, пока.